Привет, ли всем, ребята, с вами Лизка с корицей. И Глебикс. Сегодня мы снимаем третью часть свидания с пластилином, то есть пластилиновое свидание. Вам очень понравилась первая часть и вторая не так сильно, но тоже понравилась, поэтому вы просили третью часть. Вот, мы снимаем. У нас как раз остался все тот же пластилин, и мне сейчас было еще труднее. Да, у нас тут вот под попой лежит. Было еще труднее найти, что мы будем делать, потому что я подбирала по именно цветам, чтобы не покупать новый пластилин, а использовать весь этот. Но я надеюсь, у нас получится. Если каких-то цветов не будет, будем заменять. Посмотрим, что будет. Да, сейчас будем лепить третий раз. Мне это очень сложно дается, лепка из пластилина. Но вы пишете, что у меня нормально получается, поэтому я не расстраиваюсь. Кстати, подписывайтесь в телеграм-канал, называется Лизка с корицей. Там много чего крутого, классненького. Да, там есть наши крутые стикеры и эмодзи премиум. Также есть чатик, где все переписываются. Вот там сейчас проходит розыгрыш на наш мерч, на вот эти футболочки с Микки Пупиком. Ну, они там разные, там 5 дизайнов в 2 цветах. У меня вот с Микки Пупиком, там другие тоже есть. Также у нас наклеечки продаются на Валберис, там 12 видов наклеек. С нами, с Микки, с звездочками, там прикольные очень наклейки. Так что обязательно переходите, да, в телеграм-канал Лизк с корицей и подписывайтесь. Погнали! Я не понимала, какой первый сделать, но подумала, что вот этот котик довольно-таки веселый, веселый, хорошенький, и тут как раз понятно по цветам, потому что у нас... Хорошо, что здесь инструкция есть, прямо по картинкам, потому что я обычно ничего не понимаю. Да, кстати, да. Вот как раз у нас есть фиолетовый, вот этот из него будем делать. Потом здесь нужен черный, белый, а светло-розовый, но... Ну, вот это. Вот эти давай ушки такие будут. Так. Отлично. Так, открываем, да? Да, давай фиолетовый вначале. Я уже забыла, надо еще спешить. Я забыла это тоже, потому что у нас в основном смешные они получаются из-за того, что мы спешим, чтобы побыстрее снять. Блин, надо поэтому спешить? Да, чтобы побыстрее снять и смешнее получились фигурки. А он видит что-то с ним, как будто так не должно быть. Да нет, он не испортился. Он просто должен, наверное, чуть-чуть сейчас подсохнуть. Нет, наверное, может быть и нет. Сейчас, давай я выну все-таки весь и поделим его. Он какой-то у нас жидкий очень стал, он прям такой, как странный, короче. И он как будто раньше не пахнет чем. А сейчас чем-то пахнет, да? И руки у меня мокнут с него. У нас испортился пластилин, походу, испортился. Не, ну нужно чуть-чуть подождать, чтобы он подсох, если он мокрый. Это я знаю, вы в комментариях писали. Ой, какой он прикольный. Так, вот, и это делим напополам. Угу, давай сюда. Так. Ой. Кота, делай. Так, и я по инструкции прям, да? Ну, подожди, это неправильная инструкция. Инструкция по цветам, типа, идет, видишь? Тупая инструкция. Ну, видишь как. Мне кажется, у меня очень смешной будет котик. Ну нет, у меня все равно смешнее будет. Ну у меня вообще что за хренотень-то уже получается? У меня какой-то Человек-паук пока. А у меня какашка. Так. Я у тебя не смотрела. Да и правильно. Я посмотрела. Зря. Так, а у него еще и нос, черные глаза. Йоу. Че там? Пластилин. Упал? Да. Вот черт. Буябес. Буябес. Я не понимаю, а что из этого белое, а что из этого светло-розовое? Светло-розовый хвостик и ушки. А белое? Нос вот здесь, только морда. Понятно. Все, я сделал свое. Губёхи. Слушай, не так плохо ты мне и получилось. Ну, видишь как. Но ты нормальным считаешь, да, такие уши большие? Нет. Нет, так оставь такое большое. Ой, ну вот так норм. Ладно, все, я не смотрю, как у тебя прям получается, все, я вот так сижу. Чего? Неинтересно будет потом смотреть мне. Мы сейчас подъем сделаем классный и увижу. Ладно, дай посмотрю все равно. Хороший. Как же они такими красивыми делают здесь на этих фотографиях? Я вообще не представляю. Наверное, это, ну, я не знаю, это фотошоп, наверное. Фотошоп. А как так можно сделать, наверное, посмотри. Ну вот, я так же сделал. Такие же цвета, тоже шарики, и что? Хрень все это. У них без души сделано. Да. А у нас с душой. Душой. Так, все? Ну как? Вот такой вот. У кого лучше? Напишите в комментариях, у кого лучше. Мне кажется, прямо вообще почти одинаковые. Какие смешные. Но они на котиков не очень похожи. Ну, такие коты. Такая у них задача. Мне такая пиковка понравилась. Так, вот это. А да? Точно с пластилина вообще? Не знаю. Ну, вроде да. Пишет спасибо, сделала. Ого. Пиф-паф, человек-павук. Я думаю, это очень просто. Я думаю, нужно просто круг сделать и потом ножичком вырезать. Да. Тогда я уже почти сделал. Так, ю-ю-ю-ю. Истуком, ю-ю-ю.
Так, you used to... Ой, фак... Оу, оу! Ой, какая хорошая! Тыква. Нормальная. You used to... Так, я сделал. Как вам? Мне кажется, очень хорошая. Так, готово. Ой, какой смешной. Так. Вот, вот такие вот чутьютики. Норм? Не норм? Ой, тю-тю. Ну, по-моему, хорошая. Я бы такую съел. Пампкинг. Вот-вот. Мышь. Потому что у нас серый цвет есть. Отлично. Как нам повезло. У нас есть серый цвет. Так, ну весь, наверное, вынимай. Большие сделаем мыши. Хорошие, добротные мыши. Давай сюда. Вот у нее должен быть пипка-носик. Носик в виде пипочки. Ты форму придаешь. Угу. Мне кажется, у меня хорошая мышь. Нет, у меня тоже хорошая. You used to... Ой, у меня много для хвоста осталось что-то серого. Неправильно распределила. Какой у мыши должен быть хвост вообще? Вот вчера мы свеклу, помнишь, варили? Вот такую. А, да, мышиные хвостики у нее были. Такой получился у меня прибитый. Что делаешь? Тискаюсь. Такой прибитый какой-то, видите? Ну, как будто его, вот, не знаю, обидели. Ну, такой вот. Мы вчера видели, как это кошку собака напугала, и кошка на дерево залезла. Она взлетела просто вот на, не знаю, 3 метра, как будто вот туда она высилась на дерево. Прикиньте вообще. А я его тискала до этого кота. Это же ужасно. Так все. Как вам? По-моему, крутые вообще получились. У меня хвост, смотрите, длинный какой получился. А у меня... А, ну да. Свекольный хвост, как у свеклы. Как у свеклы. Смешные какие, ой. Нормальный. У тебя ушки побольше. Угу. Ну так получилось. Давай вот сюда поставлю как-нибудь, не знаю. Вот, это Боба Ти. Боба Ти. Вот, да, я вчера не сдержалась и выпила Боба Ти. Угу. А по цветам... Боба Ти такого цвета, а это такого? Не, не знаю. А может, Мисс тогда голубой сделаем, его хватит, наверное. Ну, давай. Это какиш, он, наверное, недействительный. А вообще, кто-то говорил, что с водой можно развести, но нет, этот полностью засох, смотрите. Ну, все тогда. О. А да, я тоже так хочу. Ну, на эту тряпочку забери. Боба Ти, я так люблю Боба Ти, ребята. Боба Ти Таро. Вы такое пробовали когда-нибудь? Вот, оно таро, вы знаете, что это такое? Это какой-то фиолетовый... Как это, типа? Фрукт. Фрукт, наверное, да, ну какой-то экзотический, непонятный. Я вообще не знала о таком существовании, о существовании такого фрукта. Вот, я думала, только карты таро существуют. Как же это слепить, я не понимаю. Да вот. У меня какой-то, не знаю, бочонок получается. Ну, такой и есть. Наверное, да. То есть, по сути, у них глаза такие же, как и тапиоки. А у них глаза из тапиок. У меня что-то как будто лицо не получается. А ты можешь с другой стороны сделать? А с другой стороны у меня вот. Блин. Вот не задача, Глеб. Не задача. Не, ну почему задача? Задача. Блин, я еще неправильно делаю. Тапиоки же внизу всегда. Да. У меня везде. Напишите в комментариях, пили ли вы когда-нибудь бабл ти? И любите ли вы бабл ти, тапиоку? Вот я фанат. Я вот стала фанатом недавно. Я не прям фанат. Слишком сладкий. Ну вот я не могу вот сдержаться. Это прям так вкусно. Короче, у меня без лица будет. А у меня... У меня со смешным лицом. Блин, какой-то я не знаю. Ну ладно. Я задумалась о том, как я пью бабл ти. Чего сделал-то вообще? Ой, смешное. У меня в детстве клизма такая вот такого цвета голубого была. Странно, да, что у нас клизмы стояли на кухне, на столе? Они типа как декор стоят, и на них еще какие-то зонтики такие от коктейлей или бусики. Странно все это. Ну, я тебе говорю. У меня так не стояло никогда. Ну, блин, почему-то эти тапиоки у меня выглядят как бородавки. Да нормально у тебя выглядит, посмотри на мой вообще. По-моему, просто вот, блин, мы так классно сделали. Мне кажется, очень смешно. У меня сзади он такой, там, пару точечек. Ну, у тебя как такая бутылочка детская для питания. А у меня как крипер из Майнкрафта. Норм. You used to. Я вот этого хотела сделать. О, боже. You used to. Весь оранжевый? Да, да. Ой. Получается? Да, все у меня получается. Дели тогда. То есть, получается, 2 тыквы у нас?
Да, одна большая, другая... Точнее, это крышка, наверное, сверху как бы. А, ну типа как тыква все равно. Но у них не получилось. Ну, у нас сейчас получится. Ну, все получится. Ох, чуть не уехал. Да что ж такое-то? Куда он у тебя уехал? Да куда ты уезжаешь? Ю-ю-юсту. На самом деле не так уж и сложно что-то лепить. Мне кажется, у меня вообще были хорошие. Ого! Да? Ошалеть! У меня вот так уже получилось. Ебануться, мне аж как-то уже стыдно стало. Так, а желтый нужен для глаз. Давай белый будет тогда. Мой бабл ган. Мой дабл ган. Это, по-моему, самый лучший из всех, которые у меня сегодня получались. Мне кажется, у меня тоже будет самое лучшее. Ну, у тебя сверху какая-то большая прям тыква. А мне нравится, что она большая. Да? Так это не тыква же сверху вроде, а крышка. Да нет, там тыква. Как будто все-таки. Нет, это же крышка тыквы. Ну почему? Там же тыква у них. Почему там тыква? Ну это просто так сделано. Ну, я же делаю как там. Ну логичнее было бы, чтобы была крышка. Он же вылез из этой, и вот крышка с ростком на голове осталась. Ну нет. Я считаю, что там тыква, значит, у меня тыква должна быть тут. А как ты поняла, что там тыква, а не крышка? Она не похожа на крышку. Я крышки тыквенные вырезала. А тыква не бывает такого размера? Такого бывает. Оранжевая? Да, маленькая оранжевая тыква. Мы же покупали. Вот такие. Ну, а это кот тогда должен быть большой очень. Ну, это же... Это же просто так. Как просто так? А я леплю. Что значит просто так? Ну, типа, я просто так имею в виду, ради что... Ради чего все за это? Не, ну как, просто так сделано, что несоразмерно коту и тыкве. Вот такие вот. Хорош, помните самое лучшее, которое у нас получились сегодня? Ну да, наверное, сегодня, да, действительно. Котики, мяу-мяу. Ну, такой ушастик какой-то. Чё дальше? Да. Смешно. Нет, мне кажется, это вообще невозможно сделать. Как давай это? Из вот этого, да, наверное, угу. Такой. О, какой-то он очень мокрый. Неприязнь какая-то. К нему? Да. Мой бабалган. А кто это вообще? Это, мне кажется, из какого-то мультика. Или я не знаю. Если знаете, напишите в комментариях, кто это. Потому что я как будто бы его знаю, но не знаю одновременно. Мой бабалган. Какой-то придурочный. Ну, он такой, да. Ой, какой у тебя... Я говорю, какой-то дурак. Да как у тебя такие руки получились? Не получается. Я просто катала рукой. Я тоже катаю. Так, неужто держится даже? У него накачанные, интересно, губы? Да. А как он такие сделал? Как это называется? Филлеры, ботокс там? Он еще сильный же, как бы. А, он Сигма еще. Он Сигма. Да, понятно. Тут же видно прям по лицу. Ой. Ты Сигма, что ли? Да. Так, я готова показывать. Так, я тоже. И ну, прикольные, смешные какие-то такие. Кто же такой? Не знаю. Крош. Сигма Крош. Ну, такой страшненький. Ну, страшненький, да-да-да, не очень приятный прям. То есть, ой, что же у меня... А у меня он что-то не стоит. А у меня тоже с ним какая-то проблема сейчас случилась. Просто вот живи. Что-то он тебя завял. Ну, блин. Ребята, последний куалу будем делать. Вот у нас такой цвет. Весь опять? Давай. Потом вот серый нос, черный и белый опять нужен. Черный и белый. У нас опять дофига остается, кстати. На следующую часть. Да уж. Не позавидуешь этой куале. Ну, это чтобы она более гибкая такая была. Ну, да-да-да. Для здоровья же. Всем бы такую гибкость. Здоровье. Да, такое здоровье. Как этой куале. Так, мне больше всего голова. Значит, мы на голову в то время больше всего пластили. Тяжела же не Пинтерест, ребята, пипец, как тяжела. Кажется, у нас какие-то слоники получатся. У меня чеба получается. Чебурашка? Да. Чеба. 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 Чебупис. Чебупа. А глаза ему как такие сделали? Ну, он китаец просто. Сигма? Сигма китаец, да. А куалы, они вообще где живут? В зоопарке. В зоопарке, да. И в рекламе, по-моему, еще есть какой-то. А, это в Супер Ниндзя Дети там какой-то мальчик хотел стать... Куалой. Обнимателем куал. Работа, чтобы такая была. Или панд. Такая или... есть, типа? Или... Не помню. Мне кажется, что возможно. Он, типа, сказал, что хочет вырасти и стать обнимать этих... Блин, я не помню, то ли панд, то ли куал. Я забыла. Это одно и то же или нет? Нет, это разное. Это разное, но... Как будто одно и то же просто. Мы будем считать, что это одно и то же. Ну, будем считать, да. Потому что разницы-то в них нет никакой. Ну, нет, есть. Вот вы напишите в комментариях, есть ли разница. Я думаю, есть, конечно. Да нет разницы. А с чего вдруг ее нет, если она есть? Да потому что ни тех, ни других не существует. Ты видела хоть раз? Нет.
Ну да, как? Подожди, в зоопарке, наверное, в Москве. В зоопарке это же переодетые работники, это все знают. Да? Да. Ты еще скажешь, что там тигр, медведь, это же люди переодетые. Ты не знала? Нет. А вы знали? Ну вот. Соседи что, опять пылесосят? У нас соседи вчера весь день пылесосили, мы прям так громко. Там мы из-за этого даже упустили свеклу. Да, у нас сгорела свекла в кастрюле. Да, жалко было. Ну, у нас, видимо, черный закончился. Где? Ну, у тебя он серый как будто, у меня черный. А я брала здесь же вот цвет серый. Ты брала серый? Вот тут. А вот здесь черный, типа. А, это не черный. Я думал, это один и тот же цвет, просто один стух, я думал. А это серый, оказывается. Почему он стух-то вдруг? Ну, типа, засох. Ну, нет же, он не темнеет, когда засыхает. Нет, он посветлел, потому что... Я говорю, ничего с ним не происходит. Ой! Помогите ему. Блин, у меня под ногтями теперь этот черный какер. А у меня нет. А, чуть-чуть. Ну, только синий. Итак, ну... Ноготь косоглазый. Да у тебя... Нет, у меня хороший, у меня веселый такой. Да веселый, да. У меня рот там непонятно где просто. Ну, тоже норм. Вот такие вот. Ну, чебурашки синие получились, по сути, своей. Ну, типа, да. Вы любите чебурашек, кстати? У тебя даже уши еще больше, чем у меня большие. Ладно, друзья мои. Вот мы и полепили из пластилина. Уже третий раз. У нас все равно, кстати, остался пластилин опять же. Да, у нас очень много пластилина осталось. Так что обязательно пишите в комментариях, что ждете четвертую часть, потому что у нас еще много пластилина, и мы снимем четвертую часть обязательно. Вот. Ну и ставьте лайки, конечно. Обязательно. Вот так. Подписывайтесь еще обязательно на... Подписывайтесь еще обязательно на телеграм-канал Лиска с корицей. Там много чего классненького. Стикеры, эмодзи, премиум, розыгрыши, футболок, там, стикеров. Все, много чего там интересного. Вообще там эстетично, классно, можете там общаться, короче. Всех ждем там. Мы вам там отвечаем вообще, кстати, часто. Все читаем, то, что вы пишете. Да, так что обязательно заходите, подписывайтесь. Всем покасики, ребята. Пока. Кто досмотрел до этого момента, пишите слово «Утипупик» в комментариях. А кто это? Утипупик — это кот. Ну, это, ну, то есть, какое-то милое создание. Я называю Мегипупика Утипупиком. Потому что он Утипупик. А, у нас стикер, кстати, такой есть, Утипупик. А ты еще спрашиваешь. Да, все. И тоже Утипупик. Пока всем. Там выгрубайте все вот это. Воу.